Это свирепая песня Виктория Шваб. Мир после страшной катастрофы населен чудовищами. Юный Лео – один из них. Он похищает души с помощью музыки, но хочет быть обычным человеком. Кейт выросла в окружении монстров, служащих ее отцу, и полна решимости доказать, что она страшнее любого чудовища. Их отцы враждуют, поделив между собой власть над мегаполисом и Сити. Подросткам предстоит найти свой путь в этом жестоком мире, который лишь им под силу изменить. Но прежде Лео и Кейт надо избежать смерти от когтей монстров. Кем же они при этом станут друг для друга?